Говорят, что этот фонтан исполняет желания при соответствующих денежных вложениях. Всем привет, дорогие друзья! А мы с вами находимся на площади Сырымдата в городе Уральск, где в 2002 году был установлен его памятник в честь 260-летия со дня рождения редкого, исключительно одаренного, феноменального деятеля в истории казахского народа. А около одной из старейших первых детских музыкальных школ республики, открытой в 1934 году, был установлен памятник-бюст народному композитору-кюше Дине Нурпейисовой. А прогуливаясь по проспекту Достык, мы с вами выйдем на площадь Батыр-Кыздар. И 24 июня 2017 года состоялось торжественное открытие памятника трем героям Великой Отечественной войны – Маншук Маметова, Алия Молдагулова и Хиуаз Доспанова. Этот памятник носит величественное имя славной дочери казахского народа. Ранее на этом месте располагался памятник Маншук Маметовой, но после реставрации его установят в Букиярдинском или в Жанибекском районе.